Это означает, что сейчас будет черное. Это просто изи, пацаны. Только давайте так сделаем. Никому, вообще никому не говорить. А для тебя я подготовил вот эту крутую пушку. Ты просто посмотри, сколько отсюда я уже баблишко вывел. Эй, здорово, дружище, с тобой Серега, Сайбербанана. Ты часто у меня спрашиваешь, откуда у тебя скины, как ты их получаешь. Я сегодня расскажу тебе охренительную тактику и сайт, на котором я поднимаю скины. Интересно? Присаживайся поудобнее. Я начинаю. А победителем на вот это АВП становится барабанная дробь. И кто же у нас? Рамир CSGO. Еще не скачал КФГ, но топчик. Я тебя, дружище, поздравляю. Все, что нужно сделать, написать мне ВКонтакте и подтвердить, что это твой YouTube аккаунт. А для тебя я подготовил вот эту крутую пушку. Все, что нужно сделать. Подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и одного друга пригласить ко мне на канал. И уже в эту пятницу подведем итоги. Ну что, погнали поднимать скинчики. Дисклеймер или как он там? В общем, предупреждение. Ребят, не вводите сюда свои деньги, потому что вы можете с ними распрощаться. Думайте своей головой. Я вам даю промокод, который бесплатно даст возможность вам на этом сайте поиграть и поднять бабло. Но свои деньги лучше потратить на бутылочку молочка и хлеба. Думай об этом. Как ты уже заметил, это сайт csgopolygon.gg. Почему именно gg, а не ком в конце? Там какие-то были проблемы с Роскомнадзором. Специально для русских и для Турции сделали .gg. Все, давай теперь зайдем в аккаунт и дальше я тебе покажу вообще все по сайту. Нажимаем войти и войти, и все, ты зашел. Есть маленькая заминка. Если у тебя аккаунт нулевый, либо там только-только первые левелы и так далее, у тебя ничего не получится, и ты не сможешь играть на этом сайте. Но, если у тебя старенький акк, это, ну, специально сделано, чтобы ботов никаких на этом сайте не было, то welcome, просто легко зайти, и все, ты уже можешь играть. Давай пройдемся вообще, что есть на сайте, и уже расскажу, как я поднимаю баблишко. Самое важное, что нам нужно, это красная, черная, но это рулеточка. Ну, позже к ней привернемся. Также тут есть, просто ставишь, и тут проценты выставляешь, какой шанс, и нажимаешь place bet. И в итоге, либо у тебя что-то попадает, либо не попадает. На самом деле, такое разводило сюда лучше не лезть. Коинфлип тоже такая тема, на самом деле скользкая. Я бы не стал здесь играть, я даже особо тут не играю. Это у нас краш. Тоже сюда лучше не лезть, сами видите. Вон, ребята сливают вообще по-жесткому. Ну, естественно, ставочки. Ставочки это свое, это родное, святое. То есть льем на нави и получаем ни хрена, потому что не сливают. И последнее это кто выиграет DreamHack и так далее, тоже ставки. Ну, давайте вернемся все-таки к рулетке и уже перейдем к способу, как реально поднять бабло. Изначально давай я тебе докажу, что я вывел до отсюда дохренище просто бабла. Заходим в настроечки и после чего решаем историю обмена в P2P. И дальше смотрим. Вот это 1000 это 1 доллар. И мы просто смотрим. 3, 10, 2, 11, 2, 8. Я просто начну немножечко вот так вот опущу и просто посмотри. Ты просто посмотри, сколько отсюда я уже баблишко вывел. Наверное, может, мне уже хватит крутить, но нет, я тебе все равно покажу, что баблишко отсюда я вывел реально до хрена. И хочу поделиться с тобой способом, ну, чтобы тебе тоже было приятно, потому что ты очень часто меня спрашиваешь, откуда, откуда эти скины. И первое, с чего нужно начать, это мой реферальный код. Заходишь на этот сайт, нажимаешь сюда «Активировать код», и вот сюда большими буквами название моего канала «Сайбербанана» просто вводишь и получаешь от 200 коинов до 1000 коинов. Там в зависимости от твоего левела стима и прочего. Но 1000 коинов это 1 доллар. И давай посмотрим, сколько сейчас у меня есть рефералов и сколько вообще они поставили и, возможно, сколько они вывели денег. Рефералов у меня 1697. Это практически 1700 рефералов. Ну и общая ставка моих рефералов это 12808 долларов, пацаны. Представляете, сколько они подняли бабла здесь. Это очень и очень круто. Но давай вернемся все-таки к рулеточке и покажу тебе, как надо ставить и как поднимать здесь бабло. Тактика до простоты просто халявная. Ты смотришь красное либо черное. Ждешь, когда люди дойдут до 10 человек. Вот сейчас, в данный момент, 100 пудов будет черное, потому что сюда поставили 31 тысячу, сюда 13. То есть разница в полтора раза очевидна. Это означает, что сейчас будет черное. Это просто изи, пацаны. Видите? Я не успел поставить, уже вам показал и рассказал. Но давайте на моем примере я несколько раз поставлю и докажу вам, что это действительно работает. Вот сейчас разница, как мы видим, 18 здесь, 6 здесь, в полтора, ну, соотношение в полтора точно есть? Есть. 10 человек точно поставило? Точно. Ну, очевидно, что сейчас будет красное. Я поставил соточку, чтобы доказать вам, что это действительно работает. Как мы видим, да, работает. Ребят, есть несколько нюансов. Если ты видишь, когда ставят большие ставки, например, 20 тысяч, 40 тысяч, 60 тысяч, 80 тысяч, скорее всего, это боты, и лучше ставить именно туда, куда ставят они. Но будь внимателен и будь аккуратен, присмотрись. Лучше, если ты видишь такие большие ставки, пропусти, подожди. Вот сейчас хорошая ставка поставить на черное. Я, наверное, не успею, но сам видишь, 15 человек поставило, разница в полтора есть, и да, это будет черное. Опа!
опять доказал тебе, что именно сейчас будет то, что я тебе говорю. То есть ты уже понимаешь, что вот оно, баблишко. Но давай все равно, я несколько раз тебе еще раз покажу и докажу, что это действительно работает. Кстати, дружище, у меня есть свой инстаграм. Залетай в него, ссылочка в описании, там годнота, я и сторисы пилю, и всякие свои там наработочки, красивые фоточки делаю. Ну, куда же без этого, пацаны? Также дискорд тоже в описании есть. Катай один на один со своими подписчиками. Вы показываете мне свой скилл, я показываю свой. Ну и CSGO мемасы, у меня группа ВКонтакте. Самые пушечные мемасы только у меня. В общем, все ссылки в описании. Погнали дальше. Вот сейчас, смотрите, разница в полтора от кое-как попадает, но, скорее всего, лучше не ставить. Скорее всего, сейчас будет красная, потому что полторашечка не получилось. Ты видишь, опять работает, опять то, что я сказал, так оно и будет. То есть, соотношение, ты понимаешь, полтора, больше, чем полтора должно быть, и тогда баблишко поднимешь. Не забывайте, ребят, что нужно ставить в последние 6-7 секунд. Мы дожидаемся момента 10 секунд, потом делаем, ну, анализ, мы четко видим, что на красное слишком много ребят ставит, означает, что надо лить на черное, 5 секунд до конца, все, разница в полтора есть, 10 человек поставило, да, ждем и получаем халяву на черное. Пацаны, очевидно, ну очевидно же, и, ребят, только давайте так сделаем, никому, вообще никому не говорить, чисто, ну, подписчиками я подгончик сделал, тихонечко поднимаем, никому лишний говорим, а и, ребят, мне кажется, знаете что, после этого видео эту лавочку прикроют, поэтому пока давай первые дни есть способ, есть возможность, давай мути халяв, поднимай и проверяй, естественно проверяй, лучше несколько раз перепроверить, чем лучше не добдеть, чем перебдеть. Так что давайте, ребят, аккуратно. Смотрите, сейчас тоже соотношение не полтора, поэтому здесь вообще сюда лезть не будем. Здесь непонятно, куда и что прилетит. Но не забывай о хладнокровии. Не надо лезть на рожом. Да, бывают моменты, когда вот эта тактика не работает. Все возможно. Просто на главное от количества ставок, то есть по соточке ставишь, 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 ставишь на протяжении долгого времени, и все равно выходишь в плюс. Но бывают моменты тогда, когда ты действительно вроде поставил, вроде все правильно сделал, а в итоге попало не то, куда тебе надо. Это такое бывает, братик, это же алгоритмы этого сайта сраного, поэтому будь очень осторожен и хладнокровен, еще раз повторяю. Вот сейчас какая-то битва намечается, я вижу, сюда поставили 5, 4, 15 человек, готовые идти на красное и на черное. 15 тысяч ставят на красное, это значит, легко можно заливать на черное, как видите, разница в полтора есть, и сейчас будет черное. Да, вот и все. Ну и давайте в закрепление. Самый последний раз мы также снова берем соточку, видим разница в полтора, 100 пудов будет черная. И на этом я буду заканчивать свое видео. Я рассказал вам достаточно, чтобы вы поняли, как поднимать бабло. Еще раз, смотришь разницу в полтора, а лучше и в два раза, и после чего ты еще вдобавок, ну, ты, вот, очевидно, ну, пацаны, очевидно же, да? И смотришь, чтобы человек было больше, чем 10 в любой из сторон. И все. У меня, кстати, есть еще несколько сайтов, на которых я тоже использую разные способы. Если тебе интересно, напиши в комментариях «хочу способы». Я это пойму и продолжу эту рубрику. Ну что, я с тобой буду прощаться. Кстати, поучаствуй в этом розыгрыше и посмотри вот этот годный видос. Давай. Пока-пока. 3, 2, 1.